Прием, леди и джентльмены, на связи Шэдди Мэн. Да, вместе со Стефом мы в данный момент находимся в подземном комплексе на минус третьем этаже, и, к сожалению, в данный момент у Стефа сломана нога. Да, именно так. И он даже наступить не может, идти тоже никак не может. Но хуже того еще то, что мы не знаем, как отсюда выбраться. Лифты не работают, и вообще вся электроника в этом комплексе, она просто-напросто сломалась. В общем, пока что мы будем думать, как отсюда выбираться, дружище, у тебя есть самое время, чтобы ты поставил лайк, и тогда чем больше лайков наберется под этим роликом, тем скорее у Стефа заживет нога, и надеюсь, что он поправится, потому что пока он в таком состоянии, он действительно просто не может никак воевать. Ну а те, кто из вас еще до сих пор не подписан на канал, друзья, подписывайтесь, нажимайте на эту красную кнопку подписаться, ведь это занимает всего лишь 2 секунды времени, и большое тебе за это спасибо. Надеюсь, до нового года сможем набрать 500 000 подписчиков. Ну а теперь я тебе желаю приятного просмотра. Ну как оно, полегчало? Да, стало полегче. Ну давай, Стеф, рассказывай, что там произошло-то, я-то вообще нифига не помню. Как только запустил этот рычаг красный, тут, блин, так все затрясло, я аж, блин, отключился, мне кажется, даже, короче, не заметил вообще ничего. Ну, а у вас-то что там происходило-то? Ну, короче, ситуация была такая. Вроде сначала как-то мы с Хантером даже держали все под контролем, а потом... Я сам отключился, как ты говоришь, то что ничего не помнишь, короче, то же самое. Но самое противное то, что я даже не помню, куда Хантер в принципе бежал и что происходило в этой суматохе. Блин, так, что делать-то только? Короче, ты уверен в том, то, что Хантер и все остальные с базы точно не свалили, они где-то здесь сейчас находятся? Да точно уверен, зачем им это делать, да и как бы они тогда успели? Ты же сам прямо в эпицентре этого опыта находился. Так, ладно, с одной стороны, да хорошая новость, то, что они где-то поблизости, а с другой, то, что они где-то поблизости, а от них даже никакого сигнала до сих пор не было. Так, ладно. Погоди, Шэдди, а где же этот, ты говоришь, с тобой Шокер был? Да Шокер-то там, на улице сейчас находится, они в безопасности, мы с ним вместе вылезли. Если б я один был, я бы вряд ли пробился. Короче, блин, капец полнейший, надо походу валить отсюда. Там этот гигант, ты же еще его не видел. Это не гигант, это просто не знаю что. Ай, так, ладно, нога твоя как теперь? Нога, да, могло бы быть лучше, но ходить я толком до сих пор так и не смогу. Так, ладно, Стеф, короче, новости фиговые. Туда, как мы с тобой, вернее, как я сюда спускался вчера, подняться так не получится. Лифты тоже не работают, я, конечно, это еще раз проверю. Третьего выхода я не знаю, есть он тут или нет. Ладно, в любом случае, слушай, у тебя патроны с собой, нормально все? Да, припасов, еды, гранат, у меня все достаточно. А что? Да, короче, сделаем так. Смотри, я сейчас связываюсь с Шокером. Ах, блин, у него же рации еще нет. Твою-то дивизию, точно. Короче, ладно, отбой. Шокером не связываюсь, значит. Смотри, я сейчас проверяю всю систему выходов, лифты и все остальное. Проверю, почему лифты вообще в принципе не работают. Я вроде бы помню то, что это я же там что-то менял, вроде печатные платы ремонтировал. Вот, может быть, попытаюсь какой-то третий выход найти. Как только найду, я за тобой вернусь. У тебя рация работает? Ой, нет, Шэдди, с рацией проблемы начались, но ты же сам помнишь, мы с тобой болтали, а потом связь просто обрубилась. А, да, точно. Ладно, Стеф, в общем, давай так, поступаем так, как я сказал. Я тогда сейчас иду на разведку, ищу какой-нибудь другой выход. Я надеюсь хотя бы то, что он здесь в принципе есть, а потом, как только найду, возвращаюсь за тобой. Хорошо, Шэдди, только смотри там сам. Будь внимательный, если ты пропадешь, то мы с тобой отсюда уже точно никак не выберемся. Да ладно, тут уже хуже придумать некуда. Все, я скоро буду. Ай, блин, ситуация какая-то дурацкая получается. Я вообще без понятия, как отсюда вылезать. Тут только Хантер со своей системой более-менее как-то понимал, как тут все работает и тому подобное. Так, ладно, сейчас тогда внимательно все комнаты обыщу, у меня другого ничего не остается. Блин, ни с кем не связаться вообще ничего, если только на какое-то чудо надеяться, то что Хантер на связь выйдет. Но то, что хотя бы Стеф вчера вышел на связь, и мы нашли его, это уже большое чудо. Второй раз я в такую дачу уж не поверю. Тут еще это... Грохот какой-то был, я не знаю, это либо тот мутант землетрясения.
устраивал, либо тут под землей еще какие-то гости незваные находятся. В общем, я не знаю, куда сейчас топать, потому что все другие двери были заблокированы. Так, короче, я сейчас, как и сказал, я тогда попробую как-нибудь вернуться туда-назад, сначала посмотреть, получится ли у меня печатные платы там, не то чтобы подменить, хотя бы починить попробовать, потому что я помню, что мне Хантер там что-то рассказывал по этому поводу. Такой замятина, как шумит там. Все, ладно. Так, а как мне вернуться назад, получается? Я пришел откуда-то. Так, или я оттуда... Ах, черт, я оттуда и пришел. То есть мне, получается, нужно в какую-то дверь вернуться. Или я, получается, назад никак не вернусь, потому что там подъем очень резкий, никакой лестницы даже нет. Так, ладно, попробуем. Так, это кабинет, в котором... Да, в котором вентиляция. Так, ладно, может быть, тогда вот эту дверь попробовать как-то разблокировать? Я не знаю, как она здесь устроена-то вообще. Либо туда пойти... Так, ну-ка попробуем. О, кстати, заработала. Дверь заработала. Значит, вот это тоже, скорее всего, должна заработать. Так, ну-ка. Да. Тоже работает. Так, я, в принципе-то, даже могу предположить, что это за дверь такая. Вот здесь вот находится. Собака! Собака! Откуда здесь собака зомбячая появилась? Ничего не понимаю. Здесь же никого не было. Здесь что, какой-то зверинец, что ли? Питомник подземный находится. Что за чертовщина? Вашу дивизию! Так, на тебе. Это пипец какой-то. Честно говоря. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте, собачки, на меня выходить. Какие вы... А чё они такие живучие еще по сравнению с зомбаками? Вон, зомбака буквально одной дроби достаточно. А эти зомбаки, они вообще нифига ничего... Не хотят делать. Так, отвали-ка ты от меня. Блин, иди нафиг отсюда. Так, а как мне... Ёперная, откуда они повылазили только? Ведь тут наверняка, если они откуда вылезли... Должно быть место, откуда они тут все повыходили. Вашу что? Блин, дивизию давай. На тебе. Так, ладно, патронов у меня. Так, это сюда, туда, влево. Так, не попал, черт, не попал. С бензопилой зато попаду. Все, так, все, спокойно. Так, еще, ух ты ж, сзади откуда-то звуки доносятся повсюду просто. Так, ладно, разберемся. Сейчас, Шэдди, разберемся, будет спокойно. Там, что там такое? Какая-то табличка висит, ладно, мне пока что явно не в ту сторону, потому что у меня буквально пройти туда никак не получится. На тебе. Блин, я, конечно, животных люблю, но только не зомби-животных, которые сами на тебя накидываются просто отовсюду. Так, спокойно, спокойно. Да что ж ты делать-то? Бензопила. Что-то она заключила уже. Пипец, да что ж такое-то? Я... Ты что, бессмертный, что ли? Все, наконец-то, блин, лег. Я уж думаю, он реально какие-то эти ходячие... Да они и есть ходячие мертвецы. Но если их еще и невозможно будет завалить, то это будет перебор на самом деле какой-то. Да нет, это невозможно. Это невозможно. Хотя этот зомби-вирус как будто бы с каждым часом, с каждой минутой все больше и больше начинает эволюционировать. Так, ладно, подниму сюда на лестницу. Отсюда будет обзор, мне кажется, получше. Так, ой, блин, что ж ты будешь делать-то только? Кошатина, что ты где-то вообще? Блин, мне так все топливо, между прочим, может закончиться, получается. Хотя у меня еще фьюл танк еще один есть. Я и понабрал их с собой достаточно много. Так, что это такое? Так, о! Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Выход находится в процессе строительства. Так, что это? Требуется красная ключ-карта. Так, там, получается, ничего нет. Да, тут не... Так, а вот он и выход, походу. А вот он, похоже, и выход. Только тут почему-то все заколочено. В процессе строительства, конечно, все находится, но... Возможно, этот наш единственный выход. И что там находится за этой дверью, только интересно. Ладно, мне нужна какая-то красная ключ-карта. Откуда я ее буду доставать, я без понятия. Она же, наверное, маленькая такая, и найти ее в этом большом подземелье это практически невыполнимая задача. Ладно, тут все равно комнаты как бы не бесконечные, так что рано или поздно, только насколько поздно, либо насколько рано, я должен найти эту штуку. Так, что это такое здесь? Какие-то столбы находятся, где-то такие штуки уже видел, кстати. Так, тут мутантов нет никаких? Зомбаков, собак и тому подобное. Ух ты ж, а есть собака. Блин, ладно, с МП-5 не хотел стрелять, честно говоря. Потому что у меня дальнобойного оружия не так уж и много. Да и патроны что-то... У меня там более 80 было этих калибров. Вернее... Так, я что, назад вернулся? А, прикольно. Да, классно. Ну, теперь я на 100% знаю, как устроена эта лаборатория. Значит, если я пойду туда, то вернусь назад, а здесь я вышел куда? Здесь я снова к Стефу вернулся. Так, ладно, мне, значит, точно не сюда. Так, твою-то дивизию, а куда мне? Так, где-то кошки мяучат, либо что они там делают, я не знаю. Так, походу сюда. Да, сюда, точно. Сегодня я сначала здесь оказался. Да, именно здесь. Ой-о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 й
Фух, бензопила у меня тоже быстро вращается, просто как не знаю кто. Так, иди сюда тоже. На тебе.
получает. Так, мне туда нужно в дальний зал пройти. Так, тихо, собака, не трогай меня, не подходи ко мне. Что там написано? Рекреационный блок. Так, что значит рекреационный? Это типа отдых, по-моему. Да, зона отдыха какая-то, скорее всего. Да-да, точно. Какая-то зона отдыха. Так, собака, ну что ты там отдыхаете, значит, да? Ну давайте посмотрим, что у вас там за зона отдыха такая вы себе сами устроили. Так, ой, слышу, то, что они тут слева все находятся. Я вот думаю, если я гранату кину, это вообще безопасно будет или нет? Мне кажется, что это стены лаборатории должны точно устоять. Так, ладно, сейчас посмотрим. Ух ты ж! А без гранат-то там, мне кажется, никак не обошлось бы. Ох ты, я взорвал кого-нибудь вообще или нет? Такое чувство, как будто бы вообще никого не взорвал. Так, так, что это там черное такое? А, это кошка с каким-то спецназовцем слилась. Так, ух ты ж, нифига. Блин, я прям в спецназовец попал. Ладно, он все равно там уже, наверное, не жилец, скорее всего. Так, ладно, все, я готов. Так, что это за рекреационный блок? Блин, и карточка может находиться просто в каждой комнате, а в каждой комнате еще и зомбак находится. Ну, блин, мне ничего не остается, как только начинать каждую комнату проверять. Так, что здесь у нас? Почему пятна крови на потолке? Я вот понять только не могу. О, водичка. Вроде зомбаки-то особо летать не умеют, а капли крови почему-то просто повсюду у нас появляются. Так, ну а тебе, гад. Так, попал по мне. Так, что у тебя здесь в этой комнате было? Что-нибудь полезное было, конечно. Так, гранаты, сухие пайки. Так, ладно. Закрывать решетки не буду, чтобы не забывать, какие комнаты я проверил, какие мне еще стоит проверить. Так, здесь есть? Здесь нет зомбака. Великолепно. Ну и вещей, наверное, тоже нет, да, здесь в этих ящиках? А, нет, есть. Есть. 9-миллиметровые патроны, 50 штучек у меня уже накопилось. Так, еще одна граната. Так, классненько. И эту комнату открываем и отбегаю. Сразу отбегаю. На тебе. Все. Великолепно. Надо на расстоянии действовать с этой бензопилой, потому что она достаточно, в принципе-то, длинная. И достает зомби на огромнейшем расстоянии. Так, здесь проверили, эту комнату проверили. Так, стоп, а здесь рычага почему-то нет. Ух ты, нифига себе у него там. Нифига у него там, блин. Это где ему такую пушку-то только выдали? Это каким калибром она, интересно, стреляет? Обалдеть, какая-то противотанковая, противопехотная установка, я бы сказал. Так, блин, жалко в эту комнату зайти никак нельзя. Возможно, там даже патроны остались. Хотя эта штука, наверное, тяжелая. Я бы с ней таскался очень-очень медленно. И только время на это терял бы. Так. На тебе. Вот так вот. Отлично, с тобой тоже разобрался. Так, еще батоны с хлебом. Так, ой, батоны с хлебом. Что я сказал только? Батоны, короче. Так, дружище, что у тебя здесь имеется? Так, у него... Что это такое? Это получается дробовик, насколько я понимаю, если я, конечно, не ошибаюсь. Так, а насколько он, интересно, на 6? Так, на 6 зарядов. Но у меня этот-то на 8. Ладно, попробую его испытать. Может быть, он даже помощнее окажется, несмотря на то, что... Хотя калибры одинаковые, хотя, может быть, скорость пули разная. Из-за этого у него будет преимущество. Ладно, побегу пока что с этим. Так, что у тебя? Больше у тебя ничего не было. Так, в этой комнате. Так, заодно и дроба сейчас опробую. Ну-ка. Но тебя. Да, в принципе-то вроде такой же дробовик, он, как говорится, и в Африке дробовик, наверное. Так, что у вас здесь в этих ящиках? Пусто. Пусто, блин, ни одной карточки нет. Хотя бы даже желтые, зеленые, если они такие существуют вообще. Так, и здесь зомбятина. Нет, на тебя патроны тратить не буду. Слишком много у меня. Расход получается большой очень. Так, что у нас здесь? Так, проверим эти. О, ученый. Так, ну-ка. Есть! Есть она. Вот она, родименькая, конечно. Я чувствовал, что она где-то здесь и появится. Красная ключ-карта. Теперь нужно, получается, к тем комнатам пробраться. И главное, чтобы только все заработало. Так, все, я побежал назад. Я в срочном порядке побежал назад, потому что мне сейчас еще нужно будет вернуться за Стефом. А из-за того, что у него сломана нога, мне нужно тащить его прям-таки на себе, у себя за спиной. Так, вот она. Вот она, та самая лестница. Так, красная ключ-карта. Я ее кладу прямо вот сюда. Так, и... Почему-то только ничего работать-то не начинает. Так, я, наверное, все-таки вот этот забор отсюда уберу, чтобы как-то мне пройти хотя бы, потому что мне кажется, нужно либо поближе подойти, либо что-то где-то нажать, наверное. Ну-ка, о! Заработало. Заработало. Так, куда это дело ведет? Ага. Ну, недостроенный туннель, он и есть на то недостроенный тоннель. Там, конечно, темновато, мрачновато, но... И почему-то он еще при этом ведет куда-то вниз, а не вверх. Хотя нам... По сути, нужно подниматься кверху. Ладно, это не важно. Это все не важно. Сейчас самое главное только, чтобы выбраться отсюда.
живыми. Откуда ты вылез-то? Только понять не могу. Так, как назад вернуться? Здесь же, по-моему, выход где-то совсем... Да, вот он. Вот он, вот он, вот он. Получается, нам нужно отсюда пробраться вот сюда. Так, налево, по-моему. Да, налево, налево. Все правильно. Так, Стеф. Стеф, 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 я бегу за тобой. Я бегу за тобой. Дружище, сейчас мы отсюда выберемся. Стеф, ты тут живой? Да-да, Шеди. Нога снова болеть начинает. Ну что, как у тебя успехи там? Слушай, нашел выход. Только он почему-то не вверх ведет куда-то, а куда-то в сторону низа. Ну ладно, нам-то это с тобой не важно. Главное, чтобы, в принципе, отсюда выбраться. Так, ты давай на спину пока что мне залезай. Пошли, пошли. Ага, Стеф, давай. Ух, ладно, сейчас потихонечку доберемся за тобой до оттуда. Сейчас, погоди секунду, я только попью. Ух, слушай, я только не знаю, если там что-то какие-то мутанты будут, либо что-то подобное. Что мы с тобой будем делать с твоей сломанной ногой? Ну, не знаю, но надеюсь, как-нибудь с тобой прервемся. Ну да, только надеяться и остается. Ну ладно, я тебе, если что, пушку какую-нибудь дам. У меня тут дробовик, МПП... А, у меня даже два дробаша. Так что мы с тобой по-любому прорвемся как-нибудь. Так, куда здесь идти-то только? Да, вот сюда направо. Тут пипец какая сеть тоннелей запутанная, честно говоря. Так, тихо, Стеф. Все, свободно. Видишь, они откуда-то лезть начинают постоянно. Я, честно говоря, не понимаю, откуда они вылазят. Так, ну нам с тобой вот в этом направлении теперь двигаться в сторону вот этого тоннеля. Ёперный театр, Шеди, да там как-то действительно темно. Да, я знаю, Стеф. Ладно, ну чё, была не была, посмотрим, куда нас с тобой в итоге пещера-то эта выведет.